Алексей Мочалов родом из Москвы. За всю свою жизнь перебрал множество профессий. Долгое время работал в строительной сфере, затем журналистом. Однако окончательное призвание нашел в автопутешествиях и в блогерстве, в чем добился немалого успеха. Я бы передал привет уже разработчикам автомобилей УАЗ. И вообще заводу УАЗ. За то, что они делают такие прекрасные автомобили, которые ничуть не хуже, чем Defender, умудряются обеспечить таких непосед, как мы, приключениями и рассказами на целый год вперед. Алексей знаменит своей страстью к внедорожникам, да и вообще в автомобилях разбирается, как никто другой. Вместе с единомышленниками он часто устраивает экспедиции по самым непроходимым уголкам России. Исколесил страну вдоль и поперек, так и доехал до Бурятии. Причем здесь он далеко не в первый раз, настолько не в первый, что даже нашел любовь. Так как я частенько бывал в республике, есть определенное количество друзей и знакомых здесь. Ну и, в общем, таким образом случайно устаканилась в моей личной жизни. Я просто удачно женился на бурятке. По словам Алексея, в Бурятии очень много неразведанных, но очень привлекательных для туристов мест. Потому планирует в меру своих сил развивать новые маршруты для внедорожного туризма. Тем более, что опыт есть. Еще 4 года назад путешественник покорял Байкал сложнейшей экспедиции через Алтай, Монголию и Бурятию. Мы сегодня обязательно заехали в Дацан. Мы надеемся, что нам это в какой-то степени поможет в нашем прекрасном путешествии вокруг Байкала. Впереди у нас 110-й километр, и нам понадобится не только наш профессионализм, выносливость автомобилей и всяческие удачи, но нам еще явно какая-то потребуется помощь свыше. Хочется очень расширить вот именно сферу интересов именно для активных путешественников. Поэтому мы сейчас вот и разрабатываем разные маршруты по районам, чтобы это все можно было как и закольцевать, соединить. Будущие экспедиции и проекты блогера вы также можете увидеть и в эфире нашего телеканала. Например, сейчас у путешественников в планах показать многосерийный блок «История Бьюика». Уникальную машину 1994 года Алексей собирается перегнать из Иркутска в Москву. Точные даты выхода проекта мы обязательно проанонсируем в новостях. Чингис Ачиров, Федор Модонов, телекомпания АТВ.